Молитва третья. Для пути своего развития. Григорий, обращаюсь к тебе для того, чтобы просветить путь мой, чтобы дать вечность мне на руки, чтобы раздвинулась перед мной вечность, и руки были ощущены ею, и перенесены моими руками на все, к чему я прикасаюсь. Вся вечность должна быть перенесена ко всему, где я нахожусь. Я хочу показать, как я переношу. Я хочу, чтобы помог мне Григорий сделать.